Срина. Товарищ министр внутренних дел Республики Беларусь, выпускники Академии Министерства внутренних дел и очередного министра построены. Здравствуйте, товарищ! Здравия желаю, товарищ министр! Вольно! Вольно! Дорогие выпускники, вот и наступил этот долгожданный, наполненный яркими эмоциями и переживаниями день. День, который станет для вас отправной точкой нового периода жизни. Выбрав нелегкую и мужественную профессию, вы посвятили себя ответственной и благородной миссии – защите интересов общества, жизни и спокойствия граждан. Мира, добра и счастья вам и вашим стенам. В добрый путь, дорогие друзья! Золотая медаль и диплом с отличием вручаются. Министр внутренних дел Республики Беларусь. Лейтенант милиции Иванов для получения диплома прибыл. Товарищ генерал-майор, лейтенант милиции Милов для получения диплома прибыл. Служу Республики Беларусь! Дай Петров! Есть! Академия Министерства внутренних дел – это очень современный, инновационный вуз нашей страны. Не зря он был отмечен двумя премиями качества правительства Республики Беларусь. Совсем недавно отметил 60-летний юбилей со дня образования. За этот период времени превратился в один из ведущих вузов в правоохранительной системе нашего государства, и не только нашего. Слава о нем идет и на просторах бывшего Советского Союза, в странах Содружества независимых государств, и в нем хотят учиться, самое главное, в нем хотят учиться наша смена. Это была моя детская мечта, я ее добилась, и сейчас чувство гордости переполняет, поэтому очень рада. У меня, если честно сказать, впечатление, что я наоборот, я стою не он, вот это выпускник, а я как-то вернулась это все обратно на свои места, и честно сказать, вот такое дрожь по телу, и, ну, не передать вот эти эмоции, то есть приятные, очень приятные эмоции, потому что действительно очень приятно.